В Британии хотят ввести свой список Магнитского. Новые санкции начали разрабатывать еще до отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, который перешел на сторону Великобритании. Против 49 российских чиновников, причастных к коррупции и нарушению прав человека, в Великобритании хотят ввести новые санкции. Об этом в воскресенье, 11 марта, сообщает Телеграф. Отмечается, что новые санкции будут аналогом списка Магнитского, который действует в США. Глава британского МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд договорились, что Великобритания разработает свою версию принятого в США закона, согласно которому 49 российских граждан внесены в официальный список грубых нарушителей прав человека. Как сообщается, разработка документа началась до того, как в британском Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. При этом, по мнению чиновников, многое в этом покушении указывает на причастность к нему России. В субботу вечером представители консерваторов, выступающие за новые санкции, заявили, что министры согласились реализовать поправки Магнитского и проект закона находится в Палате общин, но правительство сопротивляется внесению в него ключевых элементов, которые сделают этот закон действенным. Ранее Латвия установила запрет на въезд для 49 россиян, которые подозреваются в причастности к коррупции, отмыванию денег и нарушениям прав человека. Как сообщалось, США расширили санкции по списку Магнитского. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.